С начала года и до 6 сентября в Республике Молдова зарегистрировано чуть более 270 случаев подтвержденной кори. На сегодняшний день пострадали населенные пункты районов Чедерлунга, Вулканеш, Тюнгень, Тараклея, Кахул, Кантемир, Неспарень, Хенчешти и Окница, а также муниципий Кишинеу. 12 случаев находятся в стадии изучения. Сохраняется оранжевый код опасности распространения кори, говорится в пресс-релизе Министерства здравоохранения, труда и соцзащиты. Корь имеет очень быстрое распространение в непривитых сообществах, а больной ребенок может заразить до 18 детей. Болезнь очень заразна и опасна, имеет лихорадочное высыпание, сопровождается кашлем, ринитом или конъюнктивитом. Последствия заболевания могут привести к опасным для жизни последствиям. Министерство здравоохранения требует от населения пройти вакцинацию как можно быстрее, так как это самый безопасный и эффективный метод защиты детей от чрезвычайно тяжелого заболевания. Отметим, что в течение последних 10 лет в Молдове уровень вакцинирования составлял 95%, а сейчас снизился до 87%. Вспышки заболевания корью зарегистрированы и в соседних с Молдовой странах – Украине и Румынии.